Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексій Мартинов. Олексію Георгійовичу, вітаю. Традиційне запитання. Як починався ваш шлях у великий спорт? Я знаю, ви теж спортсмен. І розкажіть, будь ласка, як ви починали, чого ви досягли? Начинал я в 8 лет заниматься водными лыжами. Произошло это очень просто. Мой сосед по квартире пришел к моей маме и сказал: смотри, твой парень ходит по улице, как бы не знает, чем заняться. У нас тут чемпионат Советского Союза проходит. Давай я его возьму с собой, он его посмотрит. Меня взяли, я один день провел на стадионе, увидел, как прыгают. В то время чемпион Союза прыгал Низовкин Сергей, потом впоследствии он стал моим тренером через 6 лет. И я настолько загорелся, настолько мне это понравилось, что больше безводных лыж я себе не представлял в своей жизни. Ну и как бы все, дальше ежедневные тренировки. Конечно, не на том уровне, на котором катаются сегодня наши спортсмены. Конечно, они не в таких условиях, конечно, не за такими катерами, конечно, не на таких лыжах. Но это была искренняя любовь, она была с первого взгляда. И, собственно, она у меня сохранилась до сих пор, то есть ничего не изменилось. Я вот как любил этот вид спорта, так и люблю. Сам уже не катаюсь, к сожалению. А при этом содержу сборную команду Украины, содержу клуб наш городской. Ну, собственно, сборная команда Украины и есть наш клуб «Синтоза» нашего города. Дю США уже существует 3 года, третий год, что чрезвычайно важно. То есть мы обрели официальный статус. То есть мы, До речі, ви сказали, Низовкін був вашим тренером, а першого тренера пам'ятаєте, хто був саме першим? Первым моим тренером был Милых Борис Прокофьевич, это вот тот, который был моим соседом. Потом он ушел с работы, я перешел к Чуеву Анатолию Васильевичу. Потом было без времени, был такой Рябинчук Владимир Васильевич. Мы вот с ним какое-то время работали. Это был, до речи, початок 80-х, десь початок, середина, так? Чи это не? Я начал в 77-м, ну вот считайте, да. А як часто ви брали участь у змаганнях? Які це були змагання? Лучший результат мой был на юношеском союзе «Серебро» в бассейне в Минске. Я неоднократно был призером Украины по фигурному катанию, что-то там, не помню, в многоборье где-то чего-то вот прихватывал. Трамплин тоже? Трамплин я прыгал много, но не так много и не так хорошо, как прыгают сегодня наши спортсмены. У нас просто не было такой возможности. Те катера, которые были у нас, они... До речі, в Дніпрі тоді багато було стартів у радянські часи? В Дніпрі тренувалось порядка. Только в Дніпрі. Я не говорю, там ще Ніколаїв, Запорожье. Тобто всі міста, везде були секції воднолижного спорту. Но только в Дніпрі порядка 60 чоловік на городських соревнованиях виступало, що, звісно, дуже немало. Сьогодні чемпіонат України, якщо ми будемо проводити, то це чемпіонат нашого клубу. Ну, наверное, 12-15 человек мы выставим, потому что остальные, они совсем маленькие, им еще нечего показывать. Кто-то крупный уже, такой как там Фильченко, Максименкова, они уже в Америке учатся, то есть они не будут здесь выступать. Они с удовольствием выступят, не потому, просто их здесь физически нет. Они приезжают коротко на лето, лето проводят в родном клубе, тренируются со своими тренерами, потому что это очень важно. Ну, корни, откуда они выросли, намного важнее, чем та новая техника, новые школы, которые мы, естественно, дважды в год ездим в Америку, во Флориду, к Траверсу, мы ездим в Мексику, мы ездим по всему миру. Наша задача везде, есть такое слово, слямзить. Чуть-чуть техники у тех, чуть-чуть у тех. И в итоге у нас в этом году 3 рекорда мира. До 21 года у Фильченко фигурное катание, лучший результат в мире. Слалом Филаретов, трамплин до 17 в прошлом году, Самойлов. Ну, собственно, смотрите, у нас вся команда, если брать футбольными мерками, у нас вся команда состоит из Месси, у нас нет других. То есть... Я бачу, ви просто живете спортом, а от коли прийшло до вас от саме розуміння, що спорт – це ваше, це сенс вашого життя, один з сенсів вашого життя? Знаєте, я от коли займався, мені все время, нам всім, хто тоді займався вместе со мною, нам всім цього дуже не вистачало, правильної організації, правильної техніки, фінансування. От не вистачало всього, крім бажання. І от у мене завжди було це бажання і мечта –
сделать так, чтобы вот, вот этого всего, чего не хватает, хватало. И я точно знал, как надо. Это значит, что нужно точно делать не так, как мы делали. Поэтому, зная, как не надо, я точно потом знал, как надо. Вот это как надо я применяю уже 13-й год. Ну и, собственно, мы чемпионы Европы в командном первенстве до 21-го. Мы в этом году на мире третьи. Сборная Днепра третья на чемпионате мира, выиграв у сборной Соединенных Штатов. Это все равно, что наш баскетбольный клуб городской выиграл у сборной США по баскетболу. Чтобы вы понимали уровень в Америке водных лыж, это 50 миллионов членов клубов, катающихся на лыжах. Дуже багато, дуже багато. От ви самі сказали, що у 80-ті роки було ну, дуже складно і фінансово, і складова, там, технічна складова були не на належному рівні. Тому, ймовірно, і міжнародних стартів так у вас дуже, якщо було, так мало. Ви потім пішли у бізнес. От заняття спортом, до речі, у юні роки, як вважаєте, допомогли вам стати успішним бізнесменом? Я взагалі впевнена, совершенно, абсолютно. Что те молодые люди, которых вы принимаете на работу, если они не занимались спортом, то из, при 10-бальной системе оценки сотрудника 2 балла можете ему сразу вычеркивать. Спорт – это большой труд. Особенно спорт больших достижений, высоких – это сумасшедшая работа. И тот, кто умеет работать, вот тот вам и нужен. Почему в Америке университет Монро принимает наших ребят без оплаты, без ничего, еще и платит им стипендию? У нас Фильченко, Максименкова уже там учатся, и они принимают с удовольствием всех наших, потому что ну, к ним, во-первых, приезжает чемпион мира. А в Америке очень хорошо оценивают тех, кто умеет работать. Первый показатель, на который они смотрят, если вы говорите, что вы чемпион мира, их уже не, все остальное не интересует. Они знают, что вы все равно своего добьетесь. Ведь вы обратите внимание, вот в нашем городе, в области, в стране успешные люди, они в большинстве своем в прошлом спортсмены. Спорт – это вообще это радость жизни. Вы же сами спортсмен, вы сами это знаете. Что может быть лучше здорового, крепкого организма, который и выглядит хорошо, и всегда подтянут, и всегда весел, и всегда в настроении. И совсем другое дело там, видеть вот этих вот с сигареткой сидящих с пивом. Ну, даже смешно просто. Сравнивать это невозможно. Так и я. До речі, ви зараз, ну, ви вже сказали, що на водні, до речі, становитеся на водні лижі зараз чи ні? Чи яким видом спорту зараз займаєтесь? Я займаюсь теннисом. Только по одной причине, это связано со здоровьем. Я бы катался на водных лыжах, продолжал. И я вам скажу, был такой легендарный Банана Джордж. Вот он в 92 года, я с ним лично знаком, прекрасно катался на пятках и участвовал в соревнованиях, и делал шоу. Умер уже Банана, по-моему, 2 года назад. Но он в почтенном возрасте, там под соточку так ему было. Вот. И он еще там катался на лыжах, на пятках продолжал. Уже не на лыжах, уже на пятках. До речі, ми пам'ятаємо також нашого легендарного Артема Юрійовича Єршова, котрий водні лижі там ще на початку. Юрій Артемович, да. Юрій Артемович видаючийся чоловік, він дуже багато зробив хорошого в своїй житті, і треба його просто помянути добрим словом, тому що, к сожалению, його серед нас уже нет. Но стадіон, який він пробивав, да, це строїла тоді комуністична партія во главі з всім Совєтським Союзом, і на наверное, это и лучший стадион и сегодня в Советском Союзе бывшем. Мы его сделали лучшим в Европе, одним из лучших в мире, кстати. У нас очень интересная будет сегодня встреча на вашем же канале с двумя представителями ФИСА, которые прилетели сюда специально. У нас сегодня была встреча с мэром. Мы обсуждали 20 сентября с 22 по 27 сентября следующего года чемпионат мира среди студентов в Днепре. Это очень большое событие, это порядка 300 человек приедет, включая судей, включая сопровождающих, и будет такое мощное там, в течение 4-5 дней действие на воднолыжном стадионе, причем сразу по двум видам, и по водным лыжам по классике, и по вейкборду, что никогда раньше не проводилось одновременно. Сейчас будут два стадиона задействованы параллельно. И будет, конечно, зрелище сумасшедшее. То есть можно будет приходить и видеть все. И вейкборд, и лыжи, и слалом, и фигурное катание, и прыжки. У зв'язку з цим наступне запитання.
У середині 90-х водні лижі були у якомусь занепаді, так? 20 років вони умерли і не залишилось ні одного воднолижника. От чого ви починали відновлювати водні лижі у Дніпрі? Знаєте, я на перших тренуваннях, які проходили в басейні з дітьми, от ми набрали нових набор, я сам одягав лижу, їхав і показував, що таке водні лижі. І тренери робили те ж саме. Потому что не было никого, кто мог бы ехать. Сегодня ситуация, конечно, коренным образом изменилась. Сегодня старшее поколение, а я имею в виду первую там четверку, да, они заслуженные люди, они чемпионы мира, они чемпионы Европы. И молодежь, которая катается сегодня в клубе, она катается среди вот таких вот прославленных спортсменов. Конечно, все стало легче и проще. Начинали совсем с полного непонимания. У нас ни одной лыжи, ни фала, ни катера, вообще не было ничего. Я просто взял свой катер, взял свой комплект лыж, который был мой. Пришел, сказал, смотрите, вот оно должно быть вот такое. Ну і далі почали потихоньку. За кілька років проведено багато міжнародних змагань серед юнаків, юніорів, молоді, також вже дорослих спортсменів. Найпам'ятніші для вас старти, які відбулися у Дніпрі? Я вважаю, ми виграли золотом, і два або три золота я вже на чемпіонаті міра, який два роки назад проходив в Дніпрі до 21-го. В цьому році ми командне золото Європи до 21-го забрали. Забрали фігурне катання, забрали трамплін, забрали, ну, все, забрали все, що могли. Тобто, забрали повний комплект медалей. Вот это запомнилось. Очень запомнился, как ни странно, чемпионат мира взрослый по кабельной версии. Хотя мы там и не блистали, то есть у нас наша команда, она это отдельная команда, которая, на которую я не так, может быть, много уделяю собственного внимания по разным причинам. Я все-таки такой консерватор, я люблю классику. Вот как знаете, кто-то любит хип-хоп, а кто-то слушает симфонический оркестр. Вот я слушаю симфонический оркестр. То есть для меня хип-хоп, он меня не трогает. Но само проведение соревнований, а проводили мы, и место, и насколько динамично это прошло, насколько было красиво и здорово, вот мне очень запомнилось. Я даже после этого в какой-то степени изменил свое мнение о кейбл-ски. То есть я начал чуть-чуть иначе относиться к этому, потому что мне это понравилось. Это экологически чисто, катер не ревет, можно это делать среди жилых домов, никому не мешает. То есть со всех сторон это очень хорошо. И еще один важный фактор. Вероятнее всего, что водные лыжи будут олимпийским видом спорта, конечно же, особенно трамплин, ну, потому что это очень зрелищно. Это керлинг, к сожалению, ну, с моей точки зрения, в 2% не попадает воднолыжного трамплина. Да? Вот. Но он почему-то олимпийский вид спорта. Вот одна из проблем нашей – это то, что есть катер и двигатель внутреннего сгорания. И вы знаете, для олимпийских видов спорта это проблема. Так вот, кейбл, который электрический, он решает этот вопрос. То есть все в равных условиях, все за одним и тем же мотором, на одном и том же напряжении. Соответственно, все в равных условиях. И не может быть никакого… И нет водителя, от которого что-то зависит. Вот если водные лыжи войдут в олимпийские виды спорта, то вероятнее всего по версии кейбл. Саме с цієї версії, так? Да, за электротягой, да. Кого вважаєте з вихованців Дніпровської школи вейкбордингу і водних лиж видатними спортсменами за всі часи, починаючи з радянських часів? Знаете, и зараз. И тогда были очень хорошие ребята, в общем-то, и вся наша сборная была очень приличной. И до нас были ребята очень сильные, там тот же Женя Перешивайло, Деменко Виктор, Кулинич Олег. Да, я не знаю, очень много фамилий. Витя Харольский, который со мной катался, очень был сильный фигурист, очень хорошо катался. Я-то по фамилиям всех знаю, всех лично знаю, но я бы, наверное, так специально не выделял. Сильно изменилось в лучшую сторону у нас все, когда Низовкин сюда пришел из Беларуси. Ну, собственно, не секрет то, что я в клуб привлекаю тренеров белорусских. То есть белорусскую школу, я считаю, фигурного катания лучшей, а фигурное катание – это учебник для водных лыж. То есть если вы хорошо понимаете фигурное катание, то вы будете хорошо прыгать, как правило. Но не значит, что вы будете хорошо ходить слалом. Слалом отдельная дисциплина, там нужно иметь высокий рост, что, конечно же, мешает для фигурного катания. То есть вот этот баланс
То есть, пока я был невысокий, я сейчас 186, а когда я был невысокий, я хорошо крутил фигуры. Потом мне стало все труднее и труднее, и я уже, мне было трудно соперничать с теми, кто там на голову, на две ниже меня. И наоборот, в слаломе я начал набирать, а они за мной не могли идти дальше, потому что... То есть вот тут вот, вот этот комплекс между ростом, способностью, то есть это все вместе вот такое комплексное. Мы похожи где-то на гимнастов, на акробатов, на батутистов. Вот что-то такое смешанное. Плюс вода, чувство воды. Вот это нас отличает от всего остального, потому что горные лыжи, все мы катаемся на них, понятно, катаемся там на уровне инструкторов, но при этом мы не инструкторы и мы не профессионалы в горных лыжах. Хотя очень многие воднолыжники, французы особенно, они там выступают за сборную по горным лыжам за Францию. Ну, собственно, и наши тоже могли бы совершенно спокойно, потому что очень похоже чувство, вот ноги, все, кроме одного. У нас тяга плечи назад, грудь вверх. А в горных лыжах, наоборот, вы кладете туловище на склон. Схожи, но все ж таки різні, так чи ні? Ну, да, для суперспортсменов я противник совмещать горные лыжи и водные, потому что есть влияние на технику. Хотя, видите, некоторые катаются, у них получается. Наверное, индивидуалы какие-то могут это делать. Кілька років назад відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу міську з воднолижного спорту. Це можна вважати вагомим кроком вперед у розвитку воднолижного спорту у Дніпрі? Це лично мій поклон Борису Альбертовичу Філатову. Він великий молодець, коли він услышав то, що я йому два или три раза, но так очень аккуратно, но настойчиво доносил, что нам нужен статус все-таки официальный, потому что это хорошо, когда там какой-то Алексей Мартынов занимается чем-то, пусть и в благотворительном плане, но статус должен быть, потому что иначе возникает большой вопрос. А, собственно, это что, нужно только ему? Если это нужно только мне, тогда я этим заниматься не буду. А если это нужно городу, это нужно стране, тогда я буду всеми силами помогать и делать все, что в моих силах, для того, чтобы сегодня украинский флаг поднимается во всем мире. Из-за водных лыж. На вашу думку, не из-за футбола. На вашу думку, какие главные проблемы на сегодня взагалі в украинском спорте? Одна проблема – отсутствие денег. Вторая проблема – отсутствие ума у тех, кто этим занимается. Больше проблем нет. Что потрібно у зв'язку с цим зробити для того, щоб вивести на новий рівень український спорт? Вы знаете, надо чуть-чуть законодательство поправить с точки зрения спортивного меценатства. То есть нужно немножко раскрыть ворота для тех людей, двери открыть, чтобы они просто могли в них входить, для тех людей, которые готовы в какой-то степени там бескорыстно финансировать. Но только вы не берите с них сначала там 50 или 60% в виде налогов, а потом из чистых денег еще у них забираете, да, на спорт. То есть если человек отдал деньги на спорт, например, там, 3 или 5% от своей прибыли. То не надо его эти деньги облагать больше ничем. Он и так уже отдал. То есть посчитайте это ему в затратную часть и все. Он же это отдал. Зрозуміло. Як воднолижний спорт та вейкбординг розвиваються в Україні? Ми поговорили як у Дніпрі, а от як в Україні в цілому, які в нас є центри з цих видів спорту? У нас нет ничего и не будет. При таком подходе, который сегодня существует в стране, ничего нигде не будет. Будет только то, чем занимается частное лицо, которое ради своей страны, ради своего города, ради своих сограждан чем-то занимается и что-то делает. Государственного подхода для того, чтобы развивался спорт сегодня, я говорю про сегодня, я не говорю, возможно, завтра все изменится, и я надеюсь на это, но сегодня этого нет, к сожалению. Проведення змагань на високому рівні, участь у міжнародних змаганнях, підтримка кращих спортсменів – неможливі речі без допомоги меценатів і спонсорів. Ви є одним з меценатів. Як вважаєте, достатньо в Україні таких, як ви, меценатів? Що потрібно зробити, щоб ще більше людей брали участь у розвитку українського спорту? Тільки що я на цей питання відповів, коли сказав, що потрібно законодательно зробити, відкрити двері для таких людей, які хочуть допомогти. Я бы вообще на самом деле бы
Вот мне очень в Азербайджане как-то понравилось. Я там беседовал с депутатами их Верховного Совета. И они мне сказали, у нас простая система. У нас ты пришел в Азербайджан, ты можешь делать бизнес, даже если ты не азербайджанец. И если ты заработал 100 рублей, то тебе нужно из 100 рублей 10, независимо от налогового, еще от чего-то, 10 рублей отдать или в фонд спорта, или в фонд культуры. Причем фондом спорта занимается президент Ильхам Алиев, а фондом культуры занимается его жена. Причем твое решение, если ты хочешь поддержать театр или там, искусство, или какой-то музей построить, пожалуйста, ты идешь туда. Если ты хочешь поддержать спорт, идешь сюда. И это очень большие средства. Вы представляете себе? Так в них мало беруть податку, сегодня... чи як? Чи податок теж великий? Як у людей ще залишаються 10% віддати або на культуру, або на спорт? Вот смотрите, я приехал в Азербайджан, качнул нефть, ну и там условно заработал за год, например, 20 миллионов долларов. Если я из этих 20 миллионов 2 пожертвую в фонд культуры или в фонд спорта, я же беднее не стану. Не стану. То есть государство мне дает, не дергает меня, не берет с меня взяток, не заставляет меня каким-то образом нервничать каждый день. И я спокойно работаю и зарабатываю. А в конце года я сам прихожу, это принято. Если вы не придете, скорее всего, на следующий год вам не дадут работать. Ну, мы понимаем все, как это происходит, но при этом есть правила. И вот с моей точки зрения, правила должны быть. И они должны быть для всех одинаковые. Если сегодня кто-то имеет льготы по ввозу нефтепродуктов, например, я категорически против такого. Не может такого быть. У всех должны быть одни условия. То есть, если все платят 20% или акциз там, 10%, значит, все должны платить одинаково. Вы не можете одному сделать без акциза, а второму с акцизом. Но при этом те, кто на этом заработали, ничего страшного с ними не случится. Пусть придут и на свой выбор. Фонд культуры, фонд спорта. Это те две вещи, которые всегда, их чуть-чуть не хватает нам. Согласитесь. Дуже-дуже гарно. Я вот дуже могу вам сказать, театр годен, наш. Годен. Смотрите, вот театр Шевченко. Ну хорошо, там руководитель может позволить себе там чуть-чуть там подшевелилось, здесь подшевелилось. Смотришь, и здание, и фасад чуть-чуть привели в порядок, и все. Театр скільки не заробляє, щоб зробити капітальний ремонт? Понятно, так, але це все одно датируємо все. Посмотрите, філармонія наша, наскільки частні лица повлияли на розвиття філармонії. От я останні концерти всі хожу, я отримую просто громадне удовольствие. Правда, сьогодні уровень звучання нашої філармонії не уступає Венській. Якщо уступає, то, повірте, не всі це услышать. А вот, например, глядя на театр Горького, ну, мне больно на него смотреть, на оперный театр. Ну, тоже как-то все в такое, знаете, вот оно начинается пахнуть сельским клубом. А мы миллионный город, и Днепр никогда на втором месте не был, понимаете? И на это смотреть как-то тоже мне не очень. Поэтому я считаю, ничего ни с кем не случится. Каждый должен прийти раз в год, сказать, я нажил здесь. Пожалуйста, вот это мой вклад в развитие культурной или спортивной части нашего города. Ну, хорошая программа, и я не думаю, что даже кто-то из бизнесменов был бы против. И если бы я мог на это влиять, то, конечно, я бы и налоговый тоже бы определенным образом бы прикрутил бы все, чтобы у них не было желания тех бизнесменов, которые все правильно делают с общественной точки зрения, притеснять их где-то там, не давать им работать. І, будь ласка, наприкінці програми, ваші побажання діючим спортсменам, ваші побажання отой молоді, яка тільки розпочинає свій довгий шлях у спорті. Я желаю їм побед, в першу чергу. Я желаю, щоб у них вийшло то, чим вони займаються. Ну, во-первых, это очень важно для самореализации. Во-вторых, когда вы очень долго работаете и у вас нет выхода в виде победы, в виде какого-то результата, в виде даже для кого-то там стать мастером спорта – это тоже предел мечтаний. Я, например, считаю, что ну, звание мастера спорта для меня не значит вообще ничего. Вот чемпион Европы – ну да, это серьезно. Чемпион мира – это мечта. Ну, вы же понимаете, олимпийский чемпион. Да. Чемпион вообще чего бы то ни было, это бывает один раз.
Ну, потому что можно быть дважды, и трижды, и 400, но тот первый раз, вот этот взлет в космос, который испытывает человек, стоя на пьедестале, вы это знаете. Это ни с чем не сравнить. Это страшнее любых наркотиков, страшнее любой зависимости. Это настоящая зависимость. Тот, кто это испытал однажды, он никогда от этого не уйдет и не бросит. И всю жизнь будет это помнить. Вы возьмите любых именитых спортсменов сегодня, которые выступали там 20-30 лет назад. Они все прекрасно это все помнят. Дякую за те, що прийшли на програму. Дякую за щирі відповіді. І наприкінці програми наше традиційне побажання. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.